имеется розлив нефтепродукта. Масштабы только визуально. Глубина котлована, судя по емкости, 1,5 метра, может чуть больше. Ограниченная территория, то есть углубление в почве. Там вода-то есть, понятно. Вроде могу поднять. Сколько здесь метров, наверное, да? Чуть меньше, наверное. Здесь было хранилище мазута для снабжения котельной. Котельная была закрыта. Это была собственность сельского хозяйства, которое здесь существовало давным-давно. Ну и как говорят, что 2 или 3 емкости были отсюда вырваны. Одна емкость осталась, ее просто не смогли убрать. Ну и, соответственно, разлив мазута. То есть уже не первый год здесь такая ситуация. Будут выделены деньги из резервного фонда. Будет заключен контракт с организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, чтобы она оценила объемы, ну и рассказала, какие мероприятия должны быть выполнены. Откачка мазута, уборка мусора и, соответственно, в последующем рекультивация почвы. Мы чем быстрее, тем лучше, потому что сами видим, что здесь творится. Краевые власти, они, то есть мы их поставили в известность, соответственно, я думаю, что ну, 2-3 недели мы уже будем видеть результат.